Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что, давай посмотрим, что у нас тут за ивент. И какие вообще события у нас будут. Так, ивент есть. Давай-ка глянем здесь. Что я вижу? Да, есть у нас Муркадамия. Ага, это про орех. Понятно. Ну что же, сделаем тогда. Ну, начнем, как всегда, с ивента. Поехали. Быстренько его пройдем. Посмотрим, кстати, что здесь будет за задание. Ну, хорош, хорош, хорош. Так, Дэйв и Пенни пошуршали. Угу. Веселые зомби, да, я смотрю, там у нас. Так, подсолнух. Ну, естественно, в первую очередь подсолнухи. Так, у нас здесь растение, которое превращает любого в грибок. 200 стоит оно, да? Слушай, нам, по идее, надо накопить на него и как можно быстрее. Так, давай, давай, давай. Отлично. Ну что, выставляем. Ну, неплохо. Жалко, что он очень долго-долго перезаряжается. Так, секунду. А если мы вот так... Не, пока не будем, да? Можно, в принципе, что делать? Заморозить пока. Странно, он его просто взял и испепелил. Даже не оставил грибок после себя. Интересно. А если вот так вот сделаю? Так, что-то мне это как-то не особо нравится. Жаба появилась. Ага. Ну что, пока вроде бы все очень даже неплохо. Захомячил. Так, а вот это вот мне не нравится. Твою же налево. Че он вытворяет? Ну-ка. Зомби идут. Зомби идут, друзья. Тюм, перекидывает наш маленький гриб. О-ля-ля, здесь-то у нас, смотри-ка. Ну-ка, поехали. И чё я сделал, скажи мне, раз. А, все отлично. Слушай, ну пока все хорошо. Вот этот шут мне горохово немножко напрягает, если мы его заморозим. Мы его заморозили. Так, с ведром идет. Вот его нужно нам превратить. Да, мы его превратили. И вот здесь вот. Видишь, да? Бегу довольный. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Опа. Последняя волна, насколько я могу понимать. Последняя волна. Ну, я думаю, что мы здесь сможем выиграть. Так, тихо. Не надо вот этих вот выкрутасов, пожалуйста, своих. Не надо. Так, вот эти вот мне не нравятся, которые, видишь, там он... Крутятся, вертятся, которые у нас вечно. Ну, тогда все. Победа здесь за нами. Не буду, друзья мои, я вторую попытку делать, потому что это бесполезно. Она у меня все равно почему-то не срабатывает. 5 привидений. Мурдакамия, да, этот орех. И 1000 монет. Окей. Денег, конечно, хотелось бы побольше, но мало ли что мне хотелось бы. Это я закрываю, потому что не дадут они мне все равно второго шанса. Даже в магазин не могу зайти, представляешь, чтобы набрать бесплатные награды. Так, забираем все. 4 кристалла. Так, ну что? У нас с тобой вот это вот задание есть, и я сразу его начну проходить. Сразу же мы его сейчас пробежим. Так, Пенни тут объясняет там все. Ага. Техас, что ли, я так понял. Ну-ка. Если есть орех, значит да. Значит, есть теневуха. Вот так вот мы поставим с тобой. И вот сюда. Погоди-ка. Ну, что поделаешь. Слушай, а вы что-нибудь мне дадите еще, кроме
Нет, одни орехи. Странно. Ну, давай я, наверное, вот сюда поставлю еще тогда уж. Хм. Давайте, давайте, где орехи-то у вас? Где орехи? Орехов я больше... Я понял. Недостойны я больше орехов. Сейчас вот это вот растение у меня съедят, по ходу дела. Мы его так вот сделаем с тобой. Вот так. И вот так. Но ведь он не пройдет же, я так понимаю. Не должен он пройти здесь. Но он там довольно неплохо съел. Посмотри. Так, еще мелкие бесята здесь. Давай выставляем горохострелов. О, это обычные, да? А этот, насколько я помню, он бежит. Этот псих же у нас. Ему по барабану. Он все разносит, даже эти теневые, ребята, растения. Насколько я помню. Насколько я помню, он так, ребята, и поступает. Смотри, во-первых, мы его пробить не можем. Опа. Отлично. Ё-моё. А не слишком ли у вас тут много на меня бежит, а? Сразу же. Опять этот книголюб фигов, он видишь, что творит? Жит. Так. Вон, еще один газетчик идет. А вот это уже последняя волна, по ходу дела. Давай вот так вот сделаем. Смотри, смотри, видишь? Он начинает хавать. Ну, тут мы его быстро разбомбили. Нормуль. Ну что, я могу сказать тебе авансом, что победа здесь будет за нами. Но это первое событие, первое испытание, поэтому оно довольно легкое. Давай так вот сделаем. Жить. Жить второго. Ну и остается вот этот последний. Все, ему крышка. И прошли. Так, получаем монетки. Все дела. И переходим на второе событие. Так, коллекция семян потихоньку копится. Мне бы еще бы получить бы 20 тысяч, да? Чтобы я смог еще прокачать одно растение какое-нибудь суперское. В последний раз мы с тобой прокачали что? Виноград. Да-да, именно его. Так, ну здесь уже хорьки, я смотрю, есть. Да? Те самые зомби, которые у нас в мусорных ведрах. Так назвать их, что ли? О, ну давай сюда поставим. Так. Выпускает свои стебельки. Так, сюда орех поставим. И вот сюда. Хотелось бы, конечно, его поставить. Вот так сделаем. Да ё-моё, вот нафига мне столько много-то их? Вот этих вот лунных цветков. О. А, вот сюда вон, мы поставим его, да? И вот сюда. Так, ну что, пока вроде бы все отлично. Неугомонные зомби, а? Идут, идут, идут. Толпучкой. Так, отдай сюда мне росточек. Что там? Заскулил кто-то, непонятно кто. Так вот я сделаю. Так и вот так. А вон, кстати, эти зомби с хорьками, да-да, именно они. Я уже даже не знаю, куда кого тут поставить-то можно, а? Уже выставляю абы куда, лишь бы поставить. Так, сюда и, наверное, вот сюда вот. Что там было написано? Финальная волна? Ну да.
Орехи уже ставлю тоже, лишь бы куда. Но тут уже у нас все забито. Причем довольно неплохо. Так, секундочку. Давай сюда вот поставим. А там... Ну, тут немножко похуже. Долго он, кстати, этот орех, смотри, грызет. Вот и прошли. Окей. Продолжаем, ребята, с вами битву растений против зомби. Третий этап. Переходим сразу же. Третий, четвертый и пятый. То есть три этапчика еще. Пока вот эти первые два были довольно легкими. Ну, как по мне. Все может поменяться в любую секунду. Так, значит, лунные цветки стоят здесь. Так, давай ко мне сюда солнышек побольше. И погнали. А зачем мне... Так, вот. Вот это вот другой разговор. Зачем мне столько заморозок здесь дали? Вот чего я не могу понять. В чем приколюха? Так, вот этот с факелом, это плохо. Наверное, вот для них-то как раз и дали нам столько именно вот этих вот. Так, подожди, подожди, подожди. Давай вот сюда вот поставим. Что-то опять с мышкой, ребят, не то, блин. Так, зомбик идет. Так, я вот это вот заберу. Вот этому поджигателю, который идет, ребят, ему на самом деле по барабану все. Он все сжигает. Хоть орехи, хоть что, любое растение он сможет сжечь. Поэтому как бы в наших интересах его уничтожать чуть ли не одним из первых. Так, дай-ка сюда мне. Ну, а вот эти вот, конечно же, теневые катапульты, да, очень-очень хороши. Просто великолепно. Так, давай вот так вот сделаем. Нахватаем с тобой солнечной энергии целую кучу. Так. Погнали. Капелька это, ребят, смотрите, если мы, например, сделаем вот так вот. Опа. Все, они все заморожены. Все становятся замороженными. Если мы, например, на эту капельку применяем с тобой, естественно, удобрение. Ну, не кисло, не кисло. Тут мы с тобой разносим. Смотри. Так, там вроде бы как под защитой. Вот сюда еще поставим с тобой. И вот так. Это, по-моему, последний, да? Из зомби. Потому что волна была последняя. Все. Идеально. Жалко, конечно, что за эти монетки, за этот вот мешочек мы с вами получаем очень мало монет. Это серебряные. Были бы золотые, было бы намного лучше. Еще две миссии. Еще два задания. Давай смотреть. Оу, щит. Там и доисторические зомби, да? Окей. Смотри-ка даже, как у нас тут. Слушай, а зачем нам дают шипы вот эти вот? Для чего-то мне дают шипы? Кто здесь будет? Пока мне непонятно. Так, давай, лунный цветочек, вставай сюда. Наверное, сюда поставим. Пока вот так вот. Сюда поставим шипы. Так, теневуха, это у нас... Да-да-да-да-да. Это теневая мята. Оу, яблочная мортира. А что же они ее дали-то в конце мне ее, а? Ну, допустим. Сделаем вот так. Не надо! Летит он там, блин, похищать уже собрался. Яблочный мортира, вперед. Отлично.
лучника. Так, теперь нету теневую. Давай, выходи. Куда же мне его поставить-то? Сюда, наверное? Блин, у нас здесь никто не стоит, не прикрывает. Вот, вот здесь вот этот ряд вообще. Если честно говоря, блин. Монетку золотую заберем. Поехали. Вон там гаргантюаха у нас идет. Маркадемия, куда тебя влепить-то, я даже не знаю. Ну давай сюда поставим. Так, теневуха. Блин. Во, нашел, нашел местечко. Вот теперь сюда. Да ну, ты хочешь сказать? Давай-ка, ну-ка, бомбанем. Остается лишь один гаргантюан, но мы его сейчас, мне кажется, уничтожим. Все, ему крышка. И этому роботу тоже. Слушай, ну довольно неплохо. А самое главное, что легко. Теневые растения, конечно, когда они в паре работают, очень круто. Только вот не знаю, почему они именно здесь мне дали яблочную мортиру к теневым. Вот это для меня, конечно, было немножко странно. Ну да ладно, главная победа, и мы с тобой двигаемся дальше. А дальше у нас... Ага, будут зомби у нас под усилениями, да? Оу, щит. Так, что же нам сделать? Тут будут у нас... Блин, петушары эти еще будут. Виноградину возьму, наверное, да? Плюс вот это вот. Мортирочку. Теневушечку. Так, секундочку, теневушечку. И... Наверное, вот так. Хотя, возможно, здесь надо будет брать... А, подсолнух я не могу. Все, я понял. Так, секундочку. Воу-воу-воу-воу, подожди, а как же я должен... Погоди, а как же мне их активировать? Так что ли? По-другому я не знаю, ребят, как еще тут можно их активировать. Окей, допустим. Ай-яй-яй. Вот здесь проблемы. Да давайте вы мне энергию-то, блин, солнечную. Ё-моё. Сейчас пройдет. Аркадемия, встаем, 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 встаем. Мы не должны им позволить здесь пройти. Ну-ка. Шмальнем. Вроде как сработало. Теперь вот так сделаем. И вот так. И еще разочек. Удобряшку, говорю. Да ну, блин, ты посмотри, что они делают. Да хорош ты. Они просто проходят. Причем в наглую. Еще надо виноград. Виноград нужен мне. Шмаляем. Ох, да, тут, конечно, друзья, трешовенько на самом деле было. Нифига себе, и катапульты там. Повторим. Да. Как мне интересно тут защитить. Фига там армада на тебя такая прет. И не забывай, что они под усилениями все. Интересно. Так, let's rock, да? Как бы вот так вот выставляю, но это, ну, глупо, если честно. А другого варианта у меня просто нету. Понимаешь, да?
Вот именно другого варианта нет. Вот только вот так вот все это выставлять. Сзади ставить вот так. Тихо, тихо, тихо. Куда это вы собрались? Каким тут чудом, блин? Я должен выиграть. Вот там вот наверху уже практически ребята сожрали, да, получается? Если даже там по 3, по 4 слоя делать, кажется, они все равно пройдут. Ладно, боремся до последнего. Вот, особенно вот эти вот пираты, которые скачут здесь. Еще вытворяют. Давай, бомбим. Вон там, смотри, мелкий один прошел. Как он умудрился проскочить? Так, влупляем. А как это они тут уничтожали мне? Эй! Фига не жуки. Давай, вот обратно. Восстановили. По-моему, все, прошли, друзья. Катапульты, короче, они поуничтожали здесь мои растения. И видишь, и они сразу остались без защиты. Поэтому вовремя успели мы с тобой обратно это поставить. Ну что, 50 семян, посмотрим. Так, 10 у нас на огненного горохострела дают. 10 на маленького пуф-шрума. Дальше у нас идет спейк-рок, каменные шипы. Сельдерей. Пенек. Торчвуд. Все. Ежедневки. Так, ладно. Давай теперь посмотрим, что у нас в Пенни прусует. Если нет никаких новых заданий, ну, жаль, что я могу сказать. Глядим. Так, еще разок. Пенни пурсует. Давай-ка глянем, что у нас здесь. О, друзья мои, новые задания. Отлично, давай посмотрим, что у нас тут разыгрывается. Угу. Че, рискнем? Рискнем получить 5 орехов вот этих вот. А почему они при тени становятся вот такие вот, как бы с шипами? Интересно мне знать. О, 2 банана, которые мы должны защитить. А это что такое у нас? Не знаю, мы этих зомби делаем маленькими, что ли? Вот, можно мне вот это вот лучше взять? О-ля-ля, ёк-макарёк. Да. Выстави, говорит. Ну, во-первых, надо бананы эти защитить, раз они тут у нас как бы самые главные персонажи, да? Их надо прикрывать. Плюс... Так. Так, поехали. Не знаю, что из этого получится всего. Ой, это чувачки еще с бочками, блин. Давай сюда. Ну и, естественно, книголюбы. Ай-яй-яй-яй-яй, эти офисники противные. Ну-ка. Хоп-хоп-хоп-хоп, банана. Блин, они сейчас так уничтожат мне. Оу. А этот-то куда собрался? Давай, бомби. Так, пройти они, значит, могут, получается, да? Пройти они, получается, могут. То есть у меня больше защиты здесь нет. Вот это вот. Как тебе это объяснить-то? Ты понял, да? Здесь... Блин, смотри, мы этого книголюба до сих пор еще не бомбанули. Да
Да хорош вам тут бегать-то ходить. И это Гаргантюа там идет, да? Поехали. Ой-ля-ля, сейчас съедят же. Съест. Все, ребят, Подожди, в плане. Я думал, что мы проиграем, если он съест банан. Но нет. Не проиграли. Мы, может быть, не проиграли, но как мы дальше тут будем, я фиг не знаю. Че, и вы хотите сказать, что им по барабану на все, да? Да, им по барабану на все, ребят. Ну, я тут проиграл. Как тут... Блин, нет, надо брать тогда уже просто первую. Первую сложность, потому что, ну, здесь они просто меня сминают. А рассчитывать на свои силы здесь было глупо. Ладно, за 600 монет мы с тобой повоюем тогда. Знаешь, что самое удивительное? Здесь не давали нам солнечной энергии. Вот оно что. Я думаю, почему это? Мы не могли с тобой здесь поставить больше никого. И вот это вот я так и не понял. Где не срабатывал этот перк вообще? Ну тут видишь, отличие в чем? 3 банана дают. 3 банана. Ну давай сделаем так. Так, блин, дорого стоят как-то они. И вот так. Погнали. Шмаляем. Так, может быть, горох... Ага, вон он пошел обратно. Уменьшатор. Так, вот я, наверное, сделаю. Допустим. Вот туда запульнем. И вот сюда. Так, бананы вы будете там созревать или что? Так, созрел. Созрел банан этот. Так, уменьшатор. Погнали. Вон там много идет. Ага. Спортивный зомби прибежал. Влупляем. Твою налево. Ну как она прошла-то, а? Да, конечно, проходит, потому что, ребят, вот давят, видишь? Раздавили. Давай сюда шмальнем. По идее, это последний у нас, да? Ну, к примеру, сделаем так. Вроде бы как прошли. Ну да, 600 монет наши, отлично. Квест комплит. Так, у нас с тобой еще одна, по-моему, попытка, да? Ну-ка глянем, что у нас тут. Посмотрим. Как бы 5 кристаллов мне не очень там к спеху. А вот денежка, она всегда нужна. Так, выберите перк. Ну вот я не знаю, мне кажется, это маленьким зомби будет у нас. Let's go. Так, Кия. Или как? Аки. Аки, конечно же, Кия, блин. Тоже нашел, как назвать. Аки. Блин. Куда ты тыришь-то, а? Тырит он мне. Оу. Ну-ка вот так вот, если мы...
Опять он прилетел сюда, а? О-ля-ля. Так, тут эти с хорьками. Не очень хорошо. Да ну хорош. Так, преградки уже, я смотрю, у нас нету, да? Давай так вот сделаем. Так, сюда. Отбиваемся как только можем. Вот сюда теперь бомбанем. Лук. Давай, дыши там. В них. А вот и последняя волна. Готовимся, друзья, готовимся к обороне. Вот так вот. Допустим. Иди отсюда, хорек. Лезет он. Ну что, все, вроде бы, ребят, последний вот зомби здесь остается у нас. Офисник. Все, мы его подбили. Отлично. 800 монет в плюсе. Итого у нас 15610 монет. Можно, конечно, прокачать какое-нибудь растение, да? Если оно будет стоить 10 тысяч. Так, а здесь... Понятно. Забираем награды с тобой, короче. 2000 монет плюс 3 кристалла. Я доволен, я доволен. Тут конфеты мне как бы не особо нужны. Зайдем, наверное, на огород. Посмотрим, что у нас там созрело. Так, деньги забираем. Сюда новые сажаем. Так, так, так. Окей. И остается у нас что? По идее, арена. Давай, наверное, пару боев на арене проведем. Парочку буквально. Так. В бронзовая лига. То есть, по-моему... А, мы были в железной, да? Так, нам нужно с тобой 20 пиньят. Прикинь, 20 пиньят получить. Было бы неплохо, на самом деле. Ну что, поехали? Я уже забыл, что здесь... А, с кем мы воюем? С какими именно зомби? Покажите, пожалуйста. Ну, тут обновилось, 100% тебе говорю, уже все по-другому. Тут уже нету этого кардио. Я смотрю, тут... Блин, тут дофига... О! У нас с тобой под ультой растение, так что давай возьмем гриб. Возьмем гриб. Так, рулят теневые, как ты видишь. Рулят теневые, значит, мы с тобой берем вот так. Вот так. И последний теневой, это будет, наверное, мята у нас. Я думаю, должны справиться. Let's rock. Маркадемия, да? Ну давай вот сюда мы эти поставим. Блин, они же все под ультой, да? По идее, получается. Ну да. Так что, наверное, нам лучше сразу начать битву. Сделаем вот так. Так, забираем с тобой здесь все. Сюда. Маркадемию можно даже, мне кажется, еще на один уровень сюда вот повысить. И будет вообще топчик. Да, я вспомнил, вспомнил, вспомнил. Успеть бы только. Должны успеть. Кни... А почему этого-то книголюба не... Все, нормуль. Так, сюда, наверное, поставить надо. И вот так вот сделать. Давай, грибочек. Давай, родной, мне солнечную энергию. Да, вот так вот. Ставим сюда. Сюда и сюда. И сюда. Оу, да. Я вспомнил, ребята, про этих бомжей, но слишком поздно. Вот так вот сделаем.
А чё бомжа-то не под... Чё ж бомжа-то не уничтожили этого, а? Чё-то как-то трешовенько идет. Так, куда мне это растение? Куда мне это растение поставить даже? Вот сюда давай. Блин, а там уже... Они свои эти сюда применяют, ты прикинь? Да-да-да, они свои удобряшки, так скажем, бросают. Вот в чем проблема-то у нас. Вон, там книголюб, видишь, ползет, и по барабану ему на все. Плевать он там хотел. Давай, погнали. Это я все забираю. Супер ульта. Давай, 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 давай. Е, там очень хорошо бомбит, кстати. Паутинки какие-то набросали там. Видишь, все равно, они все равно проходят. Даже у меня как бы команда такая. Ну, вообще, посмотри, теневые растения, да? Все топ, и все равно они проходят. Просто прожирают. Смотри, видишь? Офигеть. Ну, мы с тобой до последнего боролись. И, кстати, у нас неплохой результат. 1 146 000. Угу, получаем с тобой еще две пиньяты здесь. Ну-ка давай, что нам здесь выпадет? Бомб-гранат. И... свекла. Фат-бит. Фат-бит. Музыкальная, типа, свекла, да? На битах. Окей. Ну что, давай тогда еще разочек. Я не буду, ребят, ничего менять. В принципе, команда неплохая. Единственное, что можно было... Мяту я всего один раз, по-моему, использовал, да? За весь поединок. Может быть, как-то ее сменить? А если ее менять, то на что? О, кстати, я придумал. Давай-ка мы не мяту с тобой уберем, а возьмем... Так, вот так вот сделаем. Вот это, наверное, уберем. Даже не это, а уберем гриб. И возьмем сюда... Сейчас, 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 подожди секунду. Сейчас, я хотел взять... вот это, кстати, тоже было бы неплохо. Они станут мелкими и беззащитными. Так, 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 подожди-ка. Раз, два, три. Мята. Мины, мины я хотел взять вместо... Давай вот так вот попробуем. Будем сейчас тут минами все с тобой, как говорится, забивать. Let's rock. Сразу же начнем с let's rock. Поехали. Начнем вот так вот. Чё ты мне даешь, что так мало этой? Ну это, конечно, трындец. Выдал. Воу-воу-воу-воу-воу, сколько там энергии солнечной сразу навыдавали. Сразу разбрасываем с тобой мины везде. Ну, по возможности, естественно. Так. Куда ты бежишь-то, а? Куриная ты башка. Сейчас я тут все минами заколошмачу. А когда они становятся мелкими, маленькими, то... Естественно, с ними проще со всеми драться. Потому что они становятся слабачками, да. Так, давай-ка мы, наверное, вот сюда сейчас с тобой поставим. Ну и куда это вы разогнались? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Блин, вот так вот я хотел сделать же. Тут главное не забывать, ребят, про этот цветочек. Выставлять его вовремя. Выставляешь его вовремя, все, и считай, ты победитель.
Давай сюда. И даже эти курицы, все, ну, ты сам понимаешь, да? Все полностью уничтожается. А он мелким становится, и чего ему? Конечно, ему там ничего уже не светит. А мы их просто с тобой вот так вот расстреливаем. Как сосунков. Ни единого шанса. Я даже не знаю, я уже не вижу, ребят, куда что там выставляю. О, у нас удобрений. Да фигище. Мне даже уже некуда их вложить. Вот так вот и бомбим. Также мины. Про них тоже не забываем. Еще огонь. Еще удобрение. Стреляем, шмаляем. Видишь, они мелкими становятся, и все, ребята. Они просто на с полтычка погибают. Шансов у них здесь вообще нету. Просто нету. Смотри, неплохой результат. 2 миллиона 286 тысяч мы с тобой зарабатываем. Кстати, да, про грипп-то я совсем забыл, что можно было бы и грипп теневой взять. А вместо чего? А, теневой грипп можно было бы взять вместо, наверное, теневой мяты. Ну, как бы неплохой был бы вариант. Так, 46, да, уже мы набили с тобой. А нужно 60. То есть это за каждый поединок мы сколько получаем? 5 корон, что ли, получается, да? Окей. Ретрибутио. Ретрибутио против нас. Ребят, я абсолютно ничего менять, наверное, не буду. Кроме, если вот только вместо мяты взять действительно теневой гриб. А с другой стороны, у нас же как бы будет усиление, да? Ладно, ничего не будем. Сделаю, пожалуй, вот так вот. Раз, два, три. Let's rock. Сюда вот так вот, хоп. И что я хотел? Что я хотел? И вот сюда вот. Все, погнали. О! Энергии, как говорится, хапнули, а теперь уже можно и... Куда ты ползешь, а? Блин, почему я, ребят, я теряю постоянно эту мышку? Указатель. Сюда вот так поставим. Погнали. Сейчас минами там все еще заложим. На всякий случай. Еще. Без остановки, ребята, без остановки. Просто бомбашим сразу и все. Напропалую. Маркадемию сюда. Опять же, мину. Так, уменьшатор. Сдулись. Сдулись. Так, вот сюда поставим. Так. Так. И... Подожди. Ладно, мину влепим. И вот так вот. Ну, просто то, что у нас растение здесь под ультой, конечно, это на самом деле очень круто. Это очень круто, причем все растения, да? Поехали. Раз, два. Это все забираем. Мяту активируем. Уменьшатор активируем. Ну и мины. Конечно же, мины. Это я понимаю. Так, ну рекорд мы с тобой еще пока наш не побили. Свой же собственный рекорд мы не побили. У нас было 2 миллиона там с копейками, да? То есть как бы, ну, не можно вот так вот делать.
вот теперь вроде бы побили. Десять секунд. Да, рекорд побили мы свой. 2 612 000. Ну, это, конечно, глупо здесь немножко было. Вот это вот брать, что он взял. Ну, не знаю, может быть, ему так удобнее играть, фиг его знает. Может, у него он решил самими прокачанными растениями сыграть. Так, о. Теневая катапульта плюс Neckshade. Так, итого. Итого, что у нас там получается. Сколько там еще нужно побед? Для того, чтобы... Сейчас посмотрим. Для того, чтобы получить 20 пиньят, нам еще нужно... Ага, 2 поединка сыграть. Ну что, давай, поехали. Зато откроем потом 20 пиньят. Прикинь, как это круто. 20 пиньят. Это очень даже будет хорошо. Квинс. Против Квинса мы играем. Let's rock. Блин, как же все-таки сливается мышка вот с этим фоном. Вот моя стрелочка это. Я даже, ребят, иной раз тыкаю, не пойму куда. Не видно. Элементарно не видно, что где происходит. Стоямба. Вот так вот, с лету. Так, сразу хватаем энергию всю эту. И понеслась. И понеслась душа в рай. Так, уменьшатор. Все четенько, пока все хорошо. А куда этот зомби идет? Все, доходился, добегался. Так, активируем здесь. Так, сюда сбросим. Маркодемию. Везде должны быть маркодемии у нас. Че, куда не хватает? Здесь, да, не хватает еще? Поехали, огонь! Так, мины, 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 мины. Не забывайте про мины, пожалуйста, а? Сюда. Так, давай, давай. Теневое растение, точнее. Ну да. И главное, без остановок. Уменьшил, бомбанул. Уменьшил, бомбанул. Как-то вот так у нас должно все это работать. Ну вот. Совсем, совсем не дурно. Так, теневую мяту, ребят, я активировал. Теневую мяту активировал. Так, что нам делать дальше? Вот так, наверное, сделаем. Опять уменьшатор. Погнали. Есть контакт? Есть, конечно, контакт. Еще какой контакт? Уменьшаторы. И мины. Хотелось бы побольше мин выставлять. Мины тоже наносят мне фиговый такой урон. Я бы даже сказал, очень хороший. Так, сюда. И сюда. Вот и мина. Долго она, конечно, созревает. Сможем ли мы рекорд свой побить? Как ты думаешь? Мне кажется, что не сможем. Да где, ёкма? Теряюсь, очень теряюсь. Когда еще вот так вот все мелькает, мельтешит, фиг поймешь, куда там, что где надо поставить. Ребят, мы, по-моему, рекорд даже свой побили. Уже 2 718 000. Как они вот такими вот, я не знаю, ребят. Такими невозможно вообще тут выиграть. 6 конфет в плюсе. Ну что, тогда пойдем еще и заберем 8 пиньят. 8 пиньят забираем тут, еще 20 там. Это будет вообще шикарно. 28 пиньят сразу же. Погнали. Леголи. Вот так вот, запомни, Леголи. Но опять же, друзья мои, мы выигрываем здесь благодаря тому, что у нас работает ульта. То есть все растения наши под удобрениями.
Без этого я что-то сомневаюсь, чтобы у нас вообще что-то здесь вышло. Нас бы смяли, как помнишь в прошлых сериях, просто раздавили, растоптали и не поморщились. Вот так вот. Тем более они под удобрениями тоже бегут. Поехали. Воу, 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 воу. Шик и блеск. Погнали. Солнечной энергии дофигища получали. Так, тихо. Маркадемии пора выставлять, потому что эти курицы меня уже задолбали, бегущие. Ну и мины, как же без мин-то? В плане. Куда ты там разогнался, а, хлыщ? Ставим сюда. Да почему я не могу уменьшатор-то поставить? Там вроде бы как бы не было удобряшки, но он все равно не хотел ставить. Окей. Так, вот сюда еще маркадемию ставим. Он смотрит, смотрит, что делает, а? Кто? Гаргантюахи тут уже? Оу. Серьезная заявочка, гаргантюнахи. Влупляем тогда. Так, теневуха. Теневушечка срабатывает у нас. Здесь как-то слабенько мы сыграли, если честно. Я уже даже чувствую, ребят, ну, мы свой уровень тот не взяли, который у нас был до этого. Плохо. Я даже сказал, отвратительно. Отвратительно сыграли мы. Так, уменьшатор, давай, работай. Сюда. И вот так. Так, орех. Орех вот сюда, наверное, поставим. Ну хорош, куда вы там разогнались-то, эй? Энергию забираем. Че, рекорда не будет, да, у меня? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, почти то же самое значение, 2708, там было 2716, но... Как ты видишь, мы с тобой победили. 8 пиньят здесь забираем, плюс 20 там. Ведь я правильно почитал? Так, электрическая черника. Угу, ну это понятно, это клевер, который готов прокачаться. Плюс жаба солнечная. Дальше сталия. Вишня 10. Взрывная. Так, солнечная фасоль. Гримрус. Ну, естественно, как же без цитрона. И да, еще и здесь, друзья мои, 25. Так, чемпер. Чемпер у меня еще не открыт, поэтому... Ох ты, 30. Маркадемия над. То есть орешек. Так, голдблум тоже у меня не открыт. Ну, это у нас примитивный подсолнух. Теневой гриб. Кокосовая пушка. Водоросли. Пиапот. А чуть-чуть не хватило одного буквально, чтобы прокачать. Ну, это обычно у нас подсолнушек. Кабачок. Морозный арбуз в шапке-ушанке. О, яблочная мортира. Кстати, ее, вот ее-то как раз можно и прокачать. Прыгающая фасоль. Лазерная фасоль.
Угу. Чартгвард. Фух, слушай, неплохо. Неплохо нам надавали. Мне понравилось. Так, друзья мои, ну что, мы на первом месте. Так, что у нас там на огороде показывают? Опять какие-то заморочки? А, нет. Прокачка. Я хотел что сделать? Я хотел прокачать яблочную мортиру. Я думаю, что многие, наверное, со мной согласятся. Она того заслуживает. Вот. Угу, дамаг 80-ник. Перезарядка 6 секунд и 600 здоровья, да, получается? 600 защиты. Ну вот, как-то вкратце так, друзья мои. Как-то так. Неплохо, считай. Пока мы на первом месте. 25 корон мы с тобой набрали. Так, что это у нас? Ага. 5 тыкв, конечно, заберем. 5 тыкв, чтобы я не забрал. А тыквы у меня эти еще закрыты, ребята. Не могу понять, почему они не открываются, а? Их покупать, что ли, нужно? Так, и 250 монет. Вы... Ну, это смех. 250 монет. Ну, это несерьезная награда, как по мне лично, ребят. Так, ну-ка, дай-ка я гляну, что тут у нас. Забираем с тобой две конфеты. Две конфеты забрали. Вот смотри внимательно. Если нам посмотреть с тобой... Вот где эта тыква? Давай-ка мы глянем. Вот она. Ее покупать нужно, ребята. Вот так вот. Кстати, а у нас же с тобой новый месяц начался, ведь так? Ну как начался? Он уже, друзья мои, закончился почти. Слушай, а мы же, по-моему, не покупали с тобой в этом месяце ничего. Верно? Верно. Так что давай покупать. Так, друзья мои, ну что, я его купил, но опять же из этих глюков, которые у меня почему-то в игре, оно пока... не попало ко мне. Ну что, друзья мои, купил я эту тыкву, но пока воспользоваться ей не могу, потому что, опять же, повторяю, ребята, у меня эти глюки, лаги, непонятно из-за чего. Потому что некупленное растение выглядит вот так, да? Типа к оплате 199 рублей. Ну, а купленные выглядят вот так, соответственно. Так что, ребята, надо будет ждать. Соответственно, ждать, когда оно у меня активируется. Я думаю, что к следующей игре оно у меня будет уже доступно. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!